Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 32, упражнение номер 5. Начерти любой четырехугольник и приведи в нем два отрезка, так, чтобы получилось 8 треугольников. Итак, вот у нас четырехугольник, в нем 4 угла, 1, 2, 3, 4. Проводим один отрезок и второй отрезок. У нас получилось 8 треугольников. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.